Всем привет! На канале новый влог. Привет, у нас тут привет всем. Мастерская. Ага. Наконец-то нам сделали таблички, про которые мы говорили в прошлом влоге. Ну, мы про них говорили, их уже сделали, но пока мы их цепляем, уже следующий влог. Мы фильмуем до уровня perfect. Perfect, perfect! Съешь хурму, а теперь представьте себе. Отлично, вот только надо чуть откусить. Мама не купила профиль по 1.2 метра пополам. И в землю. Ну да, это вот остренько, чуть длиннее, чем я задумывал, оказались винтики. Ну, сейчас пооткусываем, попробуем. Делайте, доделаем, и там уже будем потом откусывать. Что-то не так? Ну, мне кажется, даже если они не сильно будут... У тебя такое выражение лица, как будто я что-то испортил, просчитался. Не, мне кажется, если они не сильно даже торчать будут, и то понятно. Но они же не должны торчать на уровне человеческого роста. Нет, так я отщипнул, там главное... Не-не-не, я про высоту таблички вообще, вот там вот так, у нас стоит. Вот так должно быть, вот. Вот загоняешь в землю, вот достаточно. Угу. Ну и все, читали. Ну послушай, каким надо быть дураком, чтобы ярко-красно-оранжевую или там красно-желтую табличку не заметить, идти воткнуться с собакой и вот так вот смотреть, пока она там гадит под табличку. Угу. Я, наверное, лопаткой так этого сделаю дырку, да, а потом засуну. Нет, если сделаешь дырку, она не будет держаться. Засовывай в землю как есть. Угу. Втыкай все, чтобы в твердой земле оно было. А то начнется сейчас эти трубки в землю забивать будем, туда раствор, а потом ее вставлять, чтобы оно там застывало. Кстати, идея. Да. Муравьев почти вы делали. Всем привет, у нас новый день. Софья Сергеевна, приятного аппетита. Я вчера исполнила свою мечту. Купила рождественник или... Шлюмбергера, да, так называется. Тут их было два. Вот этот относится к этому. Должен быть красный, этот розовый. Не знаю, пересадила. Тут вот были подвядшие такие. Ну, в общем, будем пытаться растить. Красиво цветет, кто знает. Ой. Так, а здесь у нас еда. Обед или ужин. Пюре с рыбными котлетами. Кабачковые оладьи и свекольный салат. Софико едет к сестре двоюродной ночевать. Отправляем ребенка с едой. Ни еды, ни воды. Ни еды, ни воды. Все даем с собой, будут там кушать. Потому. Вот, Федос тоже покушал. Пацаны с папой на футболе скоро должны приехать. Поедем, отвезем бабушку к эндокринологу, а потом Соню на ночевку, да? Короче, такие вот дела. Сегодня, ну, просто кулинарный влог. Короче, у меня такое ощущение, что я на кухне живу просто. Если бы кухня была отделена мне еще от зала. Мне приходится все это пробовать. Вот живу, пробую, пробы снимаю. Пацанам с собой и папе бутеры. Ну что, жить можно, есть можно. Ну а что, завтра снова футбол, снова выезд. А что? Уже там некоторые пишут, надоели с футболом, тыры-пыры. Ну извините, это часть нашей жизни. А это влоги. Короче, вот такие бутеры с колбаской, с сыриком, с майонезиком. Я вот если дома, а не на выезд, кетчуп или помидорки из соленого огурца еще. И вообще бомбяво было. Ну, мы сейчас будем такие, кстати, делать, потому что соленые огурцы сейчас будут продаваться опять в Йоврике. В Йоврике. Готовые такие, типа, да. Мини-пиццы такие, короче. Ну, прикольно. Все, а я утюжить. Ну-ка, батон надо будет покупать не так нарезанный, а брать цельный и так его вдоль. О-о-о. Худенькие такие бутеры для похудения. Да. Съездим в Малориту, ответочка. Пацаны ж в Брест приезжали, поиграли, теперь съездим к ним в гости, поиграем. А, Семка, подслушаешь? Ну все, мы прибыли в Малориту, вот вид стадиона со стороны лавочек запасных. А вон там вокзал, сразу рядышком получается, 10 метров, только заходить вот там. Ну, до начала еще час, ждем соперников, потому что нету мячиков, только пляжный один. Все, разминочка, скоро начало. Первый состав был с 2009 годом, матч-реванш. Ну и там где-то на лавочке еще второй состав. Буду с 2012 годом играть, тоже матч-реванш. Good.
Иди, быстрее думай! Середина первого тайма, счет 0-0. Моменты были, есть. И угловой тоже. Ильюха чуть не допрыгнул. И кто там? Артем Ковалец смог тоже закрыть на дальний. Не получилось. Ладно, опять отбиваться. Так, первый тайм еще идет. Мы уже ведем 1-0. Подаем угловой. Нет, с углового не получилось. Будет еще, наверное, один угловой, да. Так, второй угловой. Смотрим. Рука. Рука была у наших. Так, закончился. Ага, счастливая майка. Поменялись. Голевую Коля отдал. Молодцы. Первый тайм закончился 1-0 ведем, а в первой игре, ну это ответная, в первой за это время уже проигрывали 3-0, так что пока результат налицо, но еще целых 35 минут потом бегать, бодаться. Так, ребят, ну что, у нас второй тайм уже начался, это не начало, это уже два гола даже было. Сравняли соперники 1-1 и сейчас только что наши забили еще один, короче, ведем 2-1. Но уж слишком активно и как-то расслабленно начался второй тайм с нашей стороны. Надо как-то собраться, пацаны. Что там сейчас, угловой будет? Ух, хорош, дотянулся. Выход, выход, все, пошли давить. Да контроль, ну! Так, только что мы забили третий гол. Счет 1-3, но ведем мы в гостях. И угловой наш. Ну что, давай, подавай. Решили разыграть. Решили разыграть, похитрить. Получил по лапам, да. Ромашка. Доставай, там. Доставай, доставай, доставай. Доставай, работай, падай, падай, догоняй, его. Гони, гони. Контратака пошла. Ой, хорош, молодец. Но угловой в наши ворота сейчас будет. Так, ну что, розыгрыш, подача. Подача. Отворот. Все, закончился второй тайм. Счет получился 1-4. Мы выиграли. Ровно зеркалка того, что было в Бресте. Там проиграли 4-1. Здесь выиграли 1-4. Ну, красота. Молодцы ребята. Сейчас будут второй состав еще играть. Тоже с местными 12-м годом. Тогда выиграли. Здесь посмотрим, что сейчас будет. По-моему, 4. Все, побегали. Забежали в кафешку. Надо покушать. Тоже почти все столы заняты, как и вагон. Гошаныч. Вон там Ярик. Остальные пацаны все вон там. Всем приятного аппетита. Вот и наступает моментальное восстановление после игры. Кто-то уже плюскается. Там сейчас с разбегу. Йо-хо-хо! А часть вот там играет в пляжный футбол. Но не играет, кто отыграл, идет купается. И потом меняется. Классно им! Все, снова займем целый вагон. С одного входа, со второго.
Короче, грузимся. Домой уже. Всем привет. У нас новый день. Ну, у нас новый день, когда я снимаю. Папин день с пацанами вы уже видели. Они там в Малорите. А я плиту, видите? Макрамешку. Такую вот баночку решила оплести. Должно получиться красиво. Уже немножко вырисовывается. Потом покажу, как вышло. Так, что тут у нас? Разбираем канцелярию. Все просили показать, что купили. Пеналы вот такие. Покажи, Ярик, что там за пеналы. Ну, такой вот обычный пенал. Не помещается. Как не помещается? Все должно помещаться. Карандашики, ручки. Все такое вот обычное. Покажи, какие ручки. Такие вот фикс-прайсы ручки синие. Ну, не самые... Ну, в фикс-прайсе, да. А вот такие вот полосатенькие еще. Никуда. Такие простые карандаши. Все равно все такое... Самое простое, потому что его половину потеряют в первый же месяц. Ну, знаете, я так хочу сказать, собрать четверых детей, это вам не одного ребенка собрать, поэтому... Да, и кто там не в курсе или забыл, Федор тоже у нас идет в первый класс. У нас четыре школьника в этом году. Соня, Федя, Гоша, Ярик, четыре школьника, поди собери. А в следующем году Сонечка уже в институт поступит. Вот там, надеюсь, она уже сама себе тетради будет. Так, что еще? Папка для тетради, дневники у нас у всех одного образца. Обложки для тетради на Wildberries заказали. Такие вот тетрадки полуобщие. Не знаю, много им надо будет, мало. Обычные тетради в клеточку и в линеечку. Где тут наша клеточка? Эй-эй-эй. Вот. И еще школьную форму. Ну, школьную форму померю, сейчас покажем. Так, школьную форму, да, сейчас надену и покажем. У нас темно-синяя. Та-дам! Так, Гшаныч одевается, штанцы. Уже 164 рост покупаем, представляете? Уже какие эти рубашки, кстати, с прошлого года остались, да? И все хорошо. Они, кстати, 164 роста. В прошлом году они на вас были большеватые. Там Ярославчик такой же. И такие вот кардиганы. Куда? Наверх? Да, наверх. Кардиганы нет, не заправляются. Они как пиджаки, нет, просто нет, рубашку. Рубашку свои сам. Как тоже тебе удобно. Может, не отчислятся школы, если не заправишь. Ну, отчислят, вернешься в детдом, да и все. Папа, ты уже трындычиха такая ж, мама дорогая. Ой, красавчики, красавчики, некуда одеться. Бантик еще надо завязать. Этикетки мешают просто. Не, ну что, классно. Самую нижнюю не застегивай. Да вообще можно не. Начни со второй снизу. Нормально? И все. Отлично. Ладно, супер. Слетают штаны. О, можно так. Вот. Слетают штаны? Да, и самый низ, например, вот эту еще застегнуть можно. И все, и тогда и рубашку можно не заправлять, и оно как-то так... И воротничок подними, как будто в яхт-клуб едешь на свою яхту. На троллейбусе за своей яхтой. На маршрутке. Та-дам! О! Ну чё, красотуны. Дети, в школу да, собирайся. Это... Петушок пропел давно. Не знаю, просто что давай. Расстегни ему верхнюю. Вставай. Пока не снимай эту. Верхнюю просто эту можешь расстегнуть. Когда не взять на школу. Вот так они ж любят ходить, когда все за этого. Да не, вот. И вот так вот воротник сверху на пробегал. В школу будете ходить. Вот, лук. Смотри, какой лук. Чесночок. Но, чесночок. Надо как-то их на стрижку записать перед воротник этим. Воротник на кардиганчик сверху, и все. Слышишь, Сергей, как-то на стрижку их записать, а если поедете в Шумерли, то надо перед Шумерли записать. Да. Все, сняла, а теперь у нас съемки дальше видосика. Съемки клипа музыкального. Может, с папой?